Всем привет! Фу. Вот это коробочка. Короче, купил себе новое кресло, так как мое старое кресло уже пришло в негодность, можно сказать. Вот. Короче, на моем старом кресле, ну, уже подлокотник сломан, уже оно протерто. Здесь он уже, короче, грязное. Газлифт уже не держит постоянно. Опускается кресло. Короче, нафиг. Вот сегодня приобрел себе новое. Ну, давайте вскроем, посмотрим, что там за кресло, да? Коробка здоровая. Оно наполовину уже собрано, что ли? Вот такая крестовина пластмассовая. Откладываем ее пока в сторону. Здесь у нас опа, сидушка со спинкой уже собрана. Я-то думал, мне собирать придется. А тут она уже собрана. И комплектующие пакетики. Так, инструкция. Ну, может понадобиться, я фиг его знает. Коробку пока отставлю в сторону. Здоровая коробка. Креслица. Так, что нам нужно? Смотрим. Тут пластмасски такие вот. Они надеваются на газлифт. Вот. Сам газлифт. Четыре колеса. Четыре же или пять? Пять колес. Пять колес. Так, мусор пока в сторону отложим, да? Так, что нам надо? Давайте достанем само кресло. Это, короче, кожзаменитель. Кожзам. Так. Места в комнате мало. Раз, два. Так, что надо сделать? Давайте я установлю колеса на крестовину. Раз. Два. Четыре. Много времени провожу за персональным компьютером, монтирую видео, фотографиями занимаюсь, там цветокоррекцию какую-то делаю. Вот, поэтому нужно удобное кресло, рабочее. Вот, устанавливаем так газлифт. Вот эти вот пластмасски сюда ставим. Вот так вот, да? И теперь нам нужно поставить само кресло на крестовину, что ли? На газлифт. Смотрим, как оно тут. Оп. Ну все, кресло собрано. Ха.
старое кресло, которое мне прослужило лет 6 или 7, не помню. Ну, в таком состоянии уже все. Уже газлифт не держит, уже крестовину менял. Это самое, один подлокотник отломался, уже, ну все, выжило свое. Отжил он, вот, на смену такое вот кресло приобрел. Ну, будем надеяться, что оно тоже мне прослужит много-много лет. Вот. Давайте присядем, что ли, испытаем это кресло. Ой. Ой. Тут что-то... А, вот тут фиксируется. Внизу фиксатор стоит. Вот. Должно, по идее, фиксировать. Все зафиксировано. Нормальное, удобное кресло. Черный цвет, кожзаменитель. Подлокотники пластмассовые. Вот. Что еще сказать? Так, газлифт у нас работает. Газлифт у нас работает. Вот я поднял кресло, да, на такой уровень. Ну, высоковато, наверное, чуть-чуть, да? Опустим. Вот где-то вот примерно так комфортно будет сидеть в этом кресле. Вот. Ну, вот такое кресло. Обошлось оно мне 8 тысяч. Ну, примерно. Там 7 с лишним. Короче, 8. Ну вот. Так что, если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Напишите какой-нибудь комментарий. Кто не подписан, подписывайтесь. Делитесь с друзьями в социальных сетях. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. До новых встреч!